пьют энергетики. Да, сегодня, короче, к нам присоединился еще третий собутыльничек по имени Антон с канала Финик. Я думаю, вы найдете Всем его на привет, Ютубе. привет. Да, привет, привет. И, как всегда, неизменный мой друг стример и параллельно блогер Игорь с канала Geek and Geek. Да, ребят, добрый вечер. Да, и, короче, у нас сегодня эта тема, короче, какая. Мы играли в Golden Axe 2, и Антон сказал, что Garfield самая легкая игра на Sega. Так что посмотрим, как не он самая его затащит. Легкая, самая легкая, это World of Illusion. Чё начинаешь? Нормально, что общались. Все, давай начинай, короче, и мы посмотрим. Надо же это, подбодрить, короче. Подбодрил, да. Давай. Сталкер, что, Гарфилд, да, вот мы сейчас посмотрим, как Гарфилда проходить надо, то мы это сделали, ничего нас да, не Антон, получилось. Да, управление у тебя, да. Сейчас будет спец проходить, а мы будем смотреть. Да я... ладно, какой спец, так, раздолбай всея Руси, а, привет, спец, привет всем. Добрый вечер, привет. Да, Лесару, да, всем привет. Лесару, привет. Всех рад видеть. Кстати... Ну что, игрушка достаточно простая. Ну чего здесь? Ну чего? Ну, блин, мы что-то вообще не разобрались, сейчас с ним играли. Блин, ну как бы разобрались, но даже первый босс, по-моему, не дошли. Не, я не, понял не. То, что вы на Дракуле застряли, там секрет есть. Ага. А, не, ну, так, сейчас подождите, пойму, что за кнопки. Так, это понятно, все отлично. Как играть, да? Вот тут мы тоже какие-то веревки были, блин, вообще, короче, трындец. Александр Лютер пишет, ща Финик на ВР заспидранит. Да. Не-не-не, не заспидраню, я так буду чуть-чуть лажать, так что все нормально. Не, вот тут тоже ему прикол такой, типа, блин, как отсюда выбраться, блин, а-а-а. Мы тоже тут нормально застряли, короче. Да, я говорю, мы тут, мы там, по-моему, где мы только не застревали. Да. Не, ну так, смотрите. А у меня еще... Я, короче... На геймпаде... Ну. Плохо кнопка работает, так что особо сильно не серчайте, если я буду сильно лажать. Да ладно. Начинается. Хотя просто посмотреть. Начинается. Ну потом смотрите, это Леся Сашка-то это вроде тоже сказал, что легкая игра. Посмотрим, за сколько Финик пройдет. А потом сравним, короче, с Сашкой. Не, ну как бы это, я за язык никого не тянул, заметьте. Да. Ребят, сейчас сорян, буквально чуток паузы, я геймпады переподключу. Давай. Потому что у меня на этом геймпаде кнопка плохо работает влево. А тебе надо этот Миднафин будет перезапускать. По крайней мере, у меня так. Ладно, ты гонишь. Ну, у меня, по крайней мере, это бага, короче, когда. Я переключаю джойстики, мне приходится мне ничего не надо, у меня все пошло. Смотри, хорошо. Нифига, короче, читер. Вообще. Да как читер, я только учу. Че начинаете-то? Ну уже, видишь, как много знаешь. Нормально общались. А че, с какого джойстика играешь, если не секрет? С Xbox-овского. Только у меня второй Xbox-овский, где крестовина нормально работает. А Xbox-овский, который 360-й? Нет, One-овский. У меня же это, Xbox One X, и у меня два геймпада. Ну, One X вроде другой, да, немножко джойстик? Как бы. Ну, а 360-го отличается. Ну, от One вообще просто отличается геймпад. А так, в принципе-то... 360-й тоже неплох, но там вот этот дебильный задний отсек, да, то, что под батарейки, это чуток такое. Себе удовольствие все-таки мешается, этот все-таки так не, а если беспроводной то брать, там это сек не мешается. Я через провод играю, потому что так все-таки и input lag поменьше, и Bluetooth очень сильно жрет это батарейку. Да. Не, а если через провод, там же отсек под батарейки не мешается, его же практически нету уже его. Это на One-ском почти ничего не мешает, а на... 360-м, вот у меня прям в руке сейчас 360-й, у меня сзади ничего нету.
Ну, который проводной. Там есть... это который проводной, а тот, который беспроводной. Именно я говорю именно про оригинал. Я понял. Но это же тоже оригинал, который проводной. Так, вот. Не понял, куда я опять-то уплыл? Ёперный театр. Чё за секрет? Да, он сквозь стену прошел. Угу. Так. Вот эти зомби напоминают как в Аладдине. Там такие же есть. Хорошо, когда они умирают, это кости свои не разбрасывают. Да ладно, всех нас ждет. Мы будем все кости разбрасывать. Ёб твою налево. Опять я сюда нырнул. Ага, мне надо яму именно перепрыгнуть. Ну да. Ну вот тут тоже это, очень много это сидели. Да. Мы, по-моему, где-то только не сидели. Ага. Сначала там, потом в другом месте. Здесь черепушками можно стрелять. Я про это все время забываешь. Ку, котик, привет. Еще раз. Кот, Гудрон, здорово, еще разочек. А че ты Мишку не берешь? А он взят, он же крутится. Да. Это типа как чекпоинт. Чекпоинт без чекпоинта, да? Ну зачем ты садишься на пику? Опа-на. Game over. Дрон, вам сказать, как моего друга зовут? Как? Давай. Феликс. Так, что-то я подзабыл, как его убивать. Ну, начинается. Хорошо же общались. Да, нормально же общались. Все, я полностью с тобой согласен. Да я ж в него попал черепушкой-то. Ёперный театр. Ну да, и чё? У тебя 9 штук осталось. Яшалава. Яша, ну откуда ты взялся такой? Мне прям фильм вспоминается. Яша, ну что ты сделал? На. Мышка летучая. Прошел? Не, я тоже испугался, что он прошел. А, не прошел? Нет, там 5 раз его надо. Не-не-не. 5 раз надо его сделать, как я знаю. Я шалаву, блин. Ну, я шалаву. Вот тут. Да чтоб тебя! Вот-вот, у нас. Вот чизбургер дали. У нас вот тайминга не хватало, короче. Ну, лично у меня, короче, когда он, типа, туда вставал, короче, надо быстро прыгнуть туда. Да, вот так, зацепиться, короче, вот, блин, вообще. Как-то очень быстро все это надо делать. Для первого босса очень круто. Ага. Короче, нам не играть в кваку. Он очень медленный. Да, ёб твою налево. Да что ты будешь делать? Проходит 1.5 часа. Не, смотри, ладно. Второй раз попал. Красавчик. Да. Только у нее это, сейчас последняя жизнь осталась. А может, по-моему, стоит. Три. Все. Мы вначале вообще разбирались, что вообще тут надо делать, как вообще его мочить, что с ним вообще надо делать. Понятно? Да, про телевизор. Да, ёпт, окно открывается, ничего себе. Да. Особенно с телевизором мне это, помнишь, мы такие. А что за телевизор? Это жизни. Блин, да? Ну, да. Мы потом это только поняли. Мы тупили на каждом шагу, сидели. Нормально. Нормально. Не, ну мне графика вообще очень клёвая. Реально очень. Красиво, да. Такая прям мультяшная, классная. Не, ну хорошая прорисовка мне прям очень как понравилась. Раньше говорили, блин, графика как в мультики, вот прям да. Ну очень клево в этом плане. Так, что-то у меня все плохо идет. Ты, наверное, мало пива выпил. Три с половиной часа же сидел без пива. Конечно.
Грёбаная мышка, твою мать! Начинается! А какая мышка? Logitech или Microsoft? Летучая, сука! Сказать имя деда моего друга. Ну без рофов. Давай, говори. Давай, жги. Если Вася, то я не поверю. Друг, просто я шалав, это уже круто. Как же там дед-то зовут? Дед Максим? Максим? Как в песне? Не, про Максима. Максим, я шалав! Ну, блин, ребят, меня же забанят так. Харе, блин. Ну, нормально. Нормально, блин, да? Тени привыкать, да? Эй, господи, успокойся, что кто тебя забанит? По-моему, когда мы играли в Микки Мауса с буковками, там такое было, что... Это не ролл. Мне когда это, про музыку говорили то же самое. Это не ролл. Давай, котик, давай, рассказывай, как имя. Так, второй раз. Еще три. Осталось только треть. Нет, еще один раз. Знаешь. Всего лишь три раза надо. А не пять? Нет. А все, дверки этих нету. Дверок. Каких дверок? На гробах, на надгробиях. А, нифига себе. А что ты делаешь? А я даже только сейчас заметил. Ты бы не сказал, я бы и не понял бы. Да ёб твою, быстрее пиццу. Пицца. Отлично, 10. Вот это бага. Далее. Блин, ну ты бы не сказал, я, кстати, бы так и не понял. Вот и все, победили мы его. О, круто. Ну смотри, рекорд 12 минут 11 секунд. Саша Сталкер должен побить. Записал? Ну да. А, хотя бы она будет со мной. Я по стриму, да, он это 12 минут, это 11 секунд. Все ровненько. Кто это? Там проблема с последним боссом. Вот это да. Блин, вот это 3D графика вообще была. Кстати, ну тут чувак, который стрелялся, 3D-шка. Шмап, нифига себе. Шмап началась. Шмап реально. Вот шмап мне нравится. Шмап это хорошо. Че только тут делать? Прикольно, да? Да, только если бы его бы еще пройти, был бы вообще отлично. А что это было сейчас? Сообщение не отправляется. Ну, наверное, там полный мат вообще. Мат. Мат не надо. У меня последний страйк на канале. И теперь он, мы пираты. И он удаляется. Так что мне нельзя. А что ж ты страйки-то получаешь? Да блин. Меня любят люди вообще. Ну, это понятно. Ёб твою налево, корабль. Мне вот сейчас это. Вот этот уровень, я хоть не проходил Гарфилда, мне напоминает этого. Как называется? Скажите мне, я скажу. Буратино по-английски. Пиноккио. Пиноккио, да, она. Да. Там... А момент в мультике, когда он напоминает лодку? Не, в игре. Да. На плоту, да. Ну, очень клевый уровень, кстати. Я просто не играл. Пиноккио тоже не тяжелое. Блин, ну первый уровень это жопа вообще. Если... Так, это у меня что-то подлагивает. Это у Игоря подлагивает. Это... Ну, это... Ну, у меня подлагивает, а почему у вас подлагивает? А потому что мы на одном серваке же находимся. Да. То есть у кого-то одного подлагивает у всех. Ну, фриз получается. Не, Пиноккио, первый уровень, короче, жесткий. Там хер найдешь так, выход. Так, жизнь взяли, это хорошо. Я по слогам сделал. Да, вот Пиноккио, там вот именно первый уровень. Да. Проблематичный. Мне нравятся это танцы.
Вообще, блин. Танцы это тоже прикольно. Да, мне очень понравилось. Причем я эту игру только в детстве проходил. Я потом пытался проходить, короче, нихера. Не прошел. Но там... Не, я спокойно как-то прошел. Меня это... Выбесили эти. Кто? Воздушные шарики. Ой, ну это халява вообще. Реально халява. Блин, анимация, конечно, выглядит потрясающе. Самолетная, это такая, что... Так вот все прорисовано, все эти персонажи. Ну это же старая игрушка. Ну, как бы, последняя. Получается. Очень красиво, конечно. Ну да. Так, вот я вот по слогам разделил, я что-то немножко не понял. Ну, он типа это написал, ну, по слогам. Ну, чтобы тебя не забанили. Ты напиши. Ты напиши транслитом по-английски. А, то есть я не могу так сделать, да? Офигенно. Я уже даже не помню. Причем я не так уж давно-то ее проходил. Что самое удивительное. Это как Игорь, это всегда в шоке был такой, блин. Ты прошел Аладдин и Джангл Бук? Я такой, да. Ты прошел этого, как его? Блин, вы сегодня угадывали, кстати. Червяка Джиму, блин. А я вот такие простые игры не могу пройти. Ну, как бы, да, мы, допустим, играли, что там... Джим, она нифига не простая, вы чё, ёптать? В том-то и дело, что, допустим, я... Вот мы с Димой проходили какую-то, не знаю, там, ЧПДЛ банальную на Денди, и чё-то Дима начинает как бы сливаться. И после этого вдруг он проходит игрушки, которые просто... Так, оу... Можно я не буду вслух? Да ладно, твоего деда так зовут. Или по пьяни так зовут. Если по пьяни, то в принципе так половину населения зовут. Ну, вообще там, если судить по тому, как деда зовут, то неудивительно, что так зовут друга. Ну, да, согласен. Ну, кстати, что самое удивительное, последующие уровни легкие. Да? То есть, типа, ну, то есть в самом они... начале тебе дают просраться, как говорится, а потом... В самом начале вот этот вот дебилизм с Дракулой, он дает такой, блин, прям просёр. Да. Ладно, я скоро буду. Давай, ждём. Блин, не знаю, ну мы вот сколько, полтора часа потратили на него с игры. Реально. Причем ага. Сколько? У нас заходов 5-6 было, лист не больше, блин. Да, ну мы долго с тобой сидели, да, еще тоже, по-моему, да, ну. Так. Знаешь, что мне трешовая игрушка? Блять! Этот, вспомнил, помнишь, мы этот, и че был такой? Ну это типа как своего рода бонус, что ли, типа того. Нифига бага, короче, нормально. Игорь, помнишь, мы игрушку, короче, трешовую проходили, короче, там баба и мужик, короче. Ну, угу. Блин, ну. Супергеройка такая, какие-то мутанты там. Да, да, да. А, супермутанты, что ли, игра называлась? Мутанты, что-то, короче, такое, да, да, да. Блин, ну она трешовая. Помнишь эти, какого? Как называется? На этих колясках катались, блин. Да. Ну это жесть вообще, реально. Жесть, но она крутая игра. Ну это, блин, трешовее, чем этот, даже на SNES-е, как ее, про обезьян этих. Донки Конг? Донки Конг, да. Донки Конг и то проще был, кстати. Ну, вполне, да. Но Эксплант, она прикольная тоже, она такая интересная, что вещь, просто надо, говорю, там надо трениться, проходить, пробовать. Ну, боссы крутые, очень крутые, реально. Да. Там реально... Гигантская курица! Вот так вот всё. Вот так всё. Не, меня просто этот уровень бесил очень сильно. Я вообще не понимаю, почему ты туда-сюда ходишь. Ну, потому что выше забраться вот так вот задумано. А если ты падаешь, то ты падаешь почти на самое начало. Вот он еще. А я думаю, что ты это туда-сюда.
отмычку такого вращения там делать, пипец, там просто есть такой... Не, вот по касаемо игры нарисована она офигительно. Да, супер нарисована. Ну это да, анимация офигительная. То есть в этой. Но управление убогое. Реально. Вот оно какое-то такое, знаешь, тупое, деревянное, топорное. Кривоватое, да. Так, я пропал или вы пропали? Колбасит так вообще жестко. Под таким энергетиком. Чё-то прям... Ну здесь вот чуток и вот есть кривые вот эти, как они. Ну, 95-й год, кстати. И так далее. Игрушки. Ну вот, на удивление, что она такая кривая получилась. Ну, блин, анимация шикарна. Анимация шикарна просто. Блять. Там не пройти, надо прыгать с веточкой на веточку, перепрыгнуть. Не, ну просто то, что, блядь, опять все по новой. Так, ну у меня уже 3 жизни, и это хорошо. Ну да. Было 4, я, получается, 3 слил на боссе. На Дракуле. Потому что вот этим, к этим мышам, которые летучие, да, к ним нужно привыкнуть. Да. Так, и все, у нас получается. Блин, финальная почти прямая. Я захотел в Пиноккио поиграть. Или это в Jungle Book. Ну, насчет таких игр ничего не скажу, но Пиноккио вообще шикарное. Да, ну там тоже это же тоже из последних игр. По сути. На первом уровне я тоже там заманался, вот это искать выход, где он там должен быть. Так, я не понял, ну и чё, я дошел до конца, и чё? И всё, вниз. Ох, нихера. Нет, там первый уровень-то хрен с ним, а там с деревьями, короче, геморрой. Какими деревьями? Ты с королем львом ничего не путаешь? Нет. Ты когда это... первый уровень фигня, короче, там тупо это... Деревья, обезьяны, вот это все фигня, короче. А на втором уровне, если не ошибаюсь, второй уровень, ты уже это, чтобы перелететь с дерева на дерево, ты должен в дырку залезть. Ну, как в дупло, блин. С дерева на дерево. Чё-то я Пиноккио, ты меня чё-то прям. Нет, вообще озадачил. Это не Пиноккио, я тебе говорю про Jungle Book. Вот ты, я смотрю! Вроде разговариваю про Пиноккио, только какие-то дупло, дерево, чё? Ладно, Диме виднее, он её проходил. Какое дупло? Это мы про Мальвину, да? О, Пиноккио! Мальвина, дупло, да? Так, а вот этого надо вспомнить, как убивать. Пиноккио и Маринину дупло. Нормально. Ничего же пошлого вроде бы. Вообще. Чё в рамках? Чё за... Бля, а вот ещё это говорят, что это мы читеры. Ну, точно читеры. Почему? Я просто получаю дамаг, но его убить так быстрее. Так кого мне здесь убивать-то надо? Мне эту бабульку трогать нельзя. Враж пошел. А жизня была. Ну ладно. О, вот этот персонаж, это в 3D нарисован. Прям сразу видно. Ну, как Векторман. Да. Что-то типа подобное. Ага. Вот тут что делать надо? Надо собирать мишек, надо собрать 15 пуки. Мишек? Где вы? Я не вижу мишек. Вот, мишки маленькие. Медведик смотрит. Ты же сказал то, что у тебя со зрением получше стало. А я вижу какие-то, как, ну, какие-то, блядь, какашки, я не знаю. Девочки.
я тогда удивляюсь, как ты вообще хоть какие-то игры просто проходишь. Просто немножко пивасиха перепил. Да чё? Не, ну блин, реально это... Ну они такие мелкие, как бы, не понятно, что эти медвежата нарисованы. Мишки. Может, мне надо это монитор побольше, я не знаю. 55 дюймов, да? Блин, ну я не повешу его никуда. Не, ну, на стол ты поставишь? Не, на стол то поставлю, но мне второй монитор нужен, блин. У меня уже места вот не это будет. Вот получается, грубо говоря, один. Один из самых дебильных уровней. А-а-а. Да, это дебильный уровень. А кто тут такой гарфл симпатяга с своими зубьями? Вообще шикарный. Про предыдущий говорил то же самое, кстати. Ну, короче, здесь все уровни, значит, дебилы. Ребят, не переживай. Не знаю. Не, они такие коварные, то есть босс-то здесь, ну, блин, не знаю, мне нравилась эта игра в детстве, она была достаточно прикольная. Блин, анимашка мне нравится. Я с Королем Бом перепутал эту игру. Ну, то есть, касаемо уровня, я с Королем Львом перепутал. Ёпта, что ж, налёшь. Куда ж ты ж наш упал? Что это такое? А. Обалдеть. Прикольно. И рыба повырь. Типа прыгать надо? Да не прыгать, надо уклоняться вот от этих вот кирпичей. Прикольно задумка, кстати. Ой, круто. Прикольно. Оригинально. И вон 3D-шное это сейчас было. Мост 3D-шный. Да вообще, говорю, тут даже вот сами враги очень круто прорисованы. Вот это, конечно, круто, прям вот эти персонажи всякие обалденные. Нет, в Короле Льве вот этот уровень дурацкий. А, ну вот, и здесь тоже. Но здесь вот любили же раньше, да, вот. Заставить страдать. И вот здесь почти что то же самое, да, то, что вот дебильный лабиринт, который тебя просто тупо выбешивает. Ой, как я здесь матерился, я что-то начинаю вспоминать. Ой, это мне, знаете, что напоминает? Ну, уже более современные игры. Уже не современные. Червяк Джим. И вторая игра мне на прям приходит, короче, на ум. Это примерно такое же было в этих братья-пилоты. Братья-пилоты? На компе? Я не играл. Да, на компе, короче, тоже надо было типа такого, короче, вверх это прыгать. Братья-пилоты была такая, типа такой бродилки? Я думал, братья-пилоты только были квесты. Квесты, да, там был такой эпизод, короче, что надо типа прыгать от одной на другую, короче, тему, чтобы наверх забраться. Ну, она же тоже такая, как бы, квест и, блядь, платформер и, ну, там, первые три части, если поиграть, они очень крутые. Все последующие, братья-пилоты, ну, просто УГ полное. Ну, просто, типа, ради галочки делали, как говорится. Ну, наверное, да. Ну, вот, первые три очень крутые, реально очень крутые. Я бы сейчас, кстати, прошел бы, кстати. Они очень клевые. Кстати, можно брать в пилотов как-нибудь поиграть. А он тебя нормально будет запускать? Ну, они не требовательные, вроде как. Вон, Антоха мне вроде эту карту обещал подогнать. Да, чувак должен из отпуска вернуться. И как бы все должно быть нормально. Я надеюсь, то, что у него что-то из бюджетных карт осталось. Не, ну, блядь, 10.50 и 10.60 это даже уже не бюджет, а днище в наше время. Ну, я имею в виду, что может быть такая фишка, то, что у него остались только какие-нибудь 10.70 Ti, 10.80 Ti и все в этом духе. Ну, блин, за десятку я возьму. Ну, в нормальном состоянии, не убитую. Ну, это понятно, то, что не убитую. Потому что я привык брать на века.
кстати, и мишки трехмерные. Блин, жаль, ты не вернуться не можешь. Ну, я не помню, он будет еще, нет. Я просто смотрю, сейчас вот сейчас был этот персонаж какой-то тоже коричневый, он тоже трехмерный был. Кстати говоря. Не, персонаж вот, трехмерный. Нет. Но нет. Он не трехмерный, он 2D. Что очень красиво сделано, собственно. Да. Ой, я помню песик. Да, я помелись-то. Злой босс. Надо кидать в него шары. Да. Как я угадал, а? Вообще. И ждать. И уворачиваться еще. Сейчас напоминает, знаешь, вот босса в игре про... Про аниманьяки, по-моему, да, вот есть такие вот. Играл в аниманьяков? Я в аниманьяков не играл. Они мне что-то как не там зашли. Просто вот есть такой бот, который тоже, он как бы там поверху бегает, и ты его типа вот снизу вот таким же примером, ну как бы, ну, вот так же колочишь. Можно что-нибудь там запускаешь, типа. Я их тоже не, я их играл, я что-то их пытался пройти, там, может, пару уровней поиграл у них, все. Если вот здесь вот стоять, то тебя, по-моему, ничего не тронет. То есть тебя ничего не расплющит. Блин. Да, дэмэдж получил. Не, я еще и прыгнул на эту фигню. Угу. Блин, тут хотя бы тени прорисованы, куда падает штуки. Да. А то в некоторых... Игрушки, если честно, шикарно. Ну, то есть, как бы для своего вот визуала, да, для своего времени она шикарна. Ну, на, да, на, да, 90... да, на 95-й год, извините меня, на топ по графике. Ну, вот это, конечно, бредово, блин. Коллекция 25. Собери 25 мишек. Блин, какие они мелкие, а? Да. Извините меня. Жесть. Да. Это самый... Это же бонус. Мне кажется, это так, это... По-быстрому сделали. Ну да, это под фильмы сделали, да, то есть сделали по-быстрому, но идеи, то, что тебя поглотили... Пропал телевизор, да, и ты ощущаешь, ну, в каких-то фильмах появляешься, это прикольно, то, что сначала это был Дракула, да, второй, ну, это типа как там, Касабланка. Первобытное, да, а здесь mm-hmm. получается уже такой типа детектив. Ну, нуар, нуар такой. Сделан. Прям нуар-нуар. В парном стиле, да, сделан, круто, прикольно. Вот это любят делать на этих... Как сказать, когда делают обзор на эту игру, вот этот уровень постоянно берут. Почему? Ну, красиво выполнен. Не, ну, кстати, очень красиво. Очень круто, да, нарисован. Да, только здесь бы еще понять, куда тебе здесь идти. Вот это вот. А это вот, я помнишь, почему я сегодня сказал про Пиноккио? Первый уровень, блин, тоже вот, блин, если ты не знаешь, куда идти, ты, блин, можешь бродить час. В чем проблема? Да, можешь бродить достаточно долго. Да. Так, что это такое? Тьфу ты, ёб твою налево. А если знаешь, куда идти, там, блин, я не знаю, 2 минуты, блин. Это просто знать, да-да-да. Я не знаю, куда идти, ребят, если честно. Я тут впервой? Нет, ну, не впервые, я всегда наугад все проходил. Помню, конечно, уже не помню все. Так, ладно. Сделаем по-другому. Да что ты, козёл, на окно-то не залазишь? На, ага, как? Я отсюда вырваться не могу. Бабуля. Короче, он меня нахер пересылает.
О, внутри вообще. Ну это клево. Да, то как бы теперь бы отсюда выбраться. О. Вот. Так, тут. Так, ребзя, отойду на. Давай, давай, давай. На. Давай, давай, я буду ждать твоего возвращения. На, давайте, не скучайте. Не скучайте. Давай, давай. О, здесь даже есть визуальные глюки. И это очень печально. Так, ладно. Офигенно. Ладно. Прошел? Хорошо. А, не. Проиграл. Помер. Так, сначала падаем сюда. Так, отлично. Мы прошли достаточно далеко. И мы заходим в третью. Мне надо как-то передвинуться правее. То есть вот туда мне надо пройти. А как мне это сделать? Мы начинаем думать, да? Ну, порой лучше вообще не думать, но надо. В этой игре надо. Так. И поэтому, если получится обмануть систему. Да. Что-то получилось. Мы взяли жизнью. Это радует. Угу. А толку? А, ты хочешь на Ира? А это лестница? Ну, как бы мне туда и надо, по сути. Так, ищем дальше тогда. Входим в центральную. Че вы там все орете-то? Так, значит, мы где-то рядом. Да хорош орать, старый. Старый маразматик что-то орёт. Угу, козёл. Так, ладно. Надо все двери здесь тогда изведывать. Какая тебя куда. Блин. Только я не могу понять, почему на кошку кошки нападают, но ладно. Конкурент. Так, я здесь был. Нифига себе. Вот так можно было просто, да, взять и сделать. А мы в самом начале, да, офигенно. Ну, уровень, конечно, понял, очень красиво. Но стиль вообще бомбический, я ничего сказать. Так, так. Так, это телепорт между двумя дверьми, да? Ну, отлично, ладно, хорошо. А, больше отсюда я никуда попасть не могу. Ну и фиг с вами. Идем тогда, получается, наверх. И мне надо, самое главное, здесь не упасть. Да ёб твою налево. Вот. Здесь вот эти вот дамаги и так далее получаешь вообще, то есть, ну, то есть не чувствуется вот это вот. Где ты получаешь урон, где не получаешь урон. То есть есть какая-то такая мелочь, которая не есть приятно. Ну да, согласен. Я ж тогда допрыгивал, да, правильно? Я ничего не путаю. Ты, блядь, старый козёл. Во. Офигенно. Жёстко. А как я сюда попал? Никто ни хера не понял, да? Замечательно. Так, я смотрю, вы это очень далеко прошли. Да.
Да здесь путаница, пипец. То, что да, вот тут выбраться из этого уровня, это надо, конечно, постараться. Так, я как-то заходил... Нет, не сюда. Возвращаемся обратно в подземелье. Это, мне нужна третья дверь. Мы идем в третий проем. Кстати, Игорь... И пошло, поехали. Вспомнил это, что я хотел спросить. Тебе вообще фильмы нужны на DVD или что-нибудь еще такое? Да, на VHS, скорее всего. Че? А, VHS? VHS, да. Просто я это у себя на барахле, короче, много DVD-шек лицух вижу. Ой, DVD-хи у меня тоже их полно. Ёпт! А, блин. Пусть пытается от них избавиться. Умные люди пытаются их избавиться, я пытаюсь там что-то полоться миру типа. Я понял. То есть ты, короче, куда это... Куда мне здесь идти-то? В тему этот... ВИЧЕЦ ушел, да? Ну, как не ушел, но просто как бы вот... Допустим, ты вот мне там на ГВС подарил вот, вот, очень страшное кино 2, там офигенный перевод. Да, ты посмотрел, кстати? Угу. Тот самый перевод, который вообще... Он классный. Ну, тот, который этот был еще в этом, как бы... В, по телеку. Такой нет. Же. Нет? Нет. Тот, который с матом, что ли? Ну там не мат, там такие выражения офигенные просто. Вот, то есть, как бы, после которых ты смотришь оригинальный, ну, как бы, ну, лицензионный перевод, и фильм становится не таким смешным. Блин, ну лицензионный, там же этот, как называется-то, ну, запиканный образно. Ну, там сам текст другой. То есть, там прям был такой перевод с душой, как говорится. Mm. Вотчик там, опа-на. Ух ты. Там выход, походу, делал. Да, а там выход был. О, ты с первого уровня, ну, с самого начала начал. Не-не, все нормально. А, ну да, кстати, где-то близко. Почти. Да не сюда мне, нахер мне этот... Там, причем такая еще копия, короче, на этой кассете, там на самом деле такая экраночка, но она очень была хорошо сделана. Я еще помню, когда вот учился, по-моему, на первый курс института, первый или второй курс, точно не помню. Мне кажется, вышел этот фильм, и мы вот его с Шуриком, вот с моего, ну, с моего канала, с Аней, посмотрели. Кстати, можно я тебя немножко перебью? Я только сейчас обратил внимание, то, что он сейчас цеплялся за язык собаки. Да. Я только сейчас понял это. Да. Охренеть. Давай, не падай. Подожди, там жизнь. Она мне нужна. А, все, поздняк. Почему? Я все это схватил. Ну то игре это жду обзор по... Блядь, игре. Ой, игре, блядь, по фильму. Блин, ну, надо что делать? Там много чего надо снять. И хочу снять видео по Ступина. Я же до сих пор не снял его. Не, я в плане того, что такой перевод, наверное, это не часто найдешь. Он не часто до прихода это перевод находится. Там еще там был самый прикол, что там экранка записана, но она была достаточно в свое время хорошо сделана. Ну, как бы, то да. Есть, единственное, почему там можно было понять, что это экран, когда как появляется надпись «Очень страшное кино 2», такая тень проходит, знаешь, ну, да, садится в зал. Все, а так вполне хорошая копия была. Ну, блин, ну так это, такие копии делали раньше. Блин. Знаешь, была одна копия, я вот до сих пор не могу забыть. Вышел второй «Форсаж». У меня знакомый его купил. Я в то время уже работал в видеомагазине. Он мне, значит, его приносит. И мы такие, блин, надо «Форсаж 2», надо посмотреть. Короче, включаем, начинаем смотреть. Там ужаснейший наголос и дебильный перевод. Сидим, смотрим. Понимаем, что вроде как экранка. И тут просто был там...
оригинале вот этот фильм снимал не один человек, потому что, ну, прикинь, как будто, вот ты смотришь фильм, и вдруг на фоне появляется не то, что тень, там, не то, что он там стоит, а там появляется еще один чувак, у него такая, знаешь, красный огонек в руках, то есть еще одна камера. Что-то он тоже снимает на этом же сеансе. Вот это было топ. Мне, кстати, одно время, блин, как же назывался? Не Годзилла, вроде бы. Из последних Годзилл. Экранка, короче, была японская или китайская, блин. То есть там прям вот эти иероглифы снизу были, субтитры, короче. Ну, очень клево снято. То есть, походу, там с нормальной камерой чувак пришел, короче, туда-сюда. То есть, видно, что экранка, короче, видно, что, ну, в кинотеатре снимал. О, хорошо выглядит, да? Ну, это прям, ну, DVD, я не знаю, может, конечно... Они их оцифровывали хорошо, знаешь, вот если то есть нормально, более-менее качество, они же их оцифровывают. Ну, я не знаю, знаешь, там вот, я это, сколько раз, даже ты ржал, помнишь, я такой, а чё, я смотрю фильмы там 720. Да, да. То есть, ну, как бы для меня это нормально, короче. Мы с вами, не-не-не, мы с вами немножко другое. А фильм, допустим, выходит в кинотеатр, и говорит, да я, говорит, его смотрю, говорит, дома, я говорю, там качество вообще никакое, да нормально, чё. Ну да, как бы для меня нормально, я не знаю. Ну, я считаю, как бы нормально. Ну, если там... Единственное, только мне не нравится, когда вот совсем темный-темный экран, короче, нихера не видно. Вот это бесит, так, короче. Так что-то кричит, думаешь, чё вообще происходит-то? Да-да-да, особенно когда какие-нибудь файтинги там, знаешь, там кто-нибудь дерется, ты такой, блин, в темноте такой, что вообще происходит? Мясо, короче, полное. Пока мясо, покажи. Да-да-да. Ещё раз. Не, а так-то это высветить-то вообще легко, по сути-то. Только люди не заморачиваются вообще сильно. А зачем? Ну да, что, все равно будут смотреть. Говорит, а да. Что, надо, что ли? Не, ну это прикольно, ну, что, кстати. Следующий уровень. Ну, тащи. Ну, стараюсь не облажаться. Все такие, Гарфилд, короче, и чатик пошел спать. Ну это как всегда. На самом деле я сейчас, наверное, тоже ливану. Не, ну давай это сейчас, это Антоха дойдет. Или хотя бы Гемор получит. Ну что, Гемор получит? Я не уверен. Вы бы посмотрели бы, сколько уровней-то вообще всего-то в Гарфилде. Мне просто завтра на работу осталось, поэтому я как бы... Ну, давайте посмотрю еще. Сейчас сделаем. Потому что я понимаю, то, что можно веселиться и играть сколько влезет, но... А на каком уровне вообще? Кому-то завтра. Мы на фараоне, это получается 4-й, что ли? Текс. Википедия мне говорит, не знаю. Советы. Ну давай, советы. 6 уровней. 4-й уровень. Собака, кошка, мальчик. Чё? Первый уровень. Женщина, кот, собака. А, это пароли. А ты то смотришь-то? Да-да-да, я смотрю это... пароли типа первого уровня. Женщина, кошка, собака. Мы на каком уровне вообще находимся? Мы на фараоне. Ну, отлично. А это какой вообще? 4-й либо 5-й. Первый был вампир. Второй был саблезубый. Третий... Нивар. 4-й ты только что прошел. Это 5-й уровень, предпоследний. Получается. Да. Ну так ж немножко.
Предпоследний. Ну и отлично. Предпоследний, да. Ну, а что? Вот сейчас мне напоминает этот с ГБА. Соника. Не-не-не. Я думал, Соника Кракл. Не, напомнил этот Лару Крофт с КБА. Кстати, очень клевая игра. Советую поиграть. И с ГБА. Ой, что-то я здесь, я помню, намучился. Ёб твою налево. На ГБА, короче, Лара Крофт и на... Не, ну ладно, ГБА, короче, все. Остальное не надо. В ЧБ там жопа. Короче, на Инвенсе вообще клево. Очень клевая игра. Блин, а нафиг мне тата рука? Так, эту руку... Будет еще выше. Одна лапа. Прикольно сделано. Вот это надо поджечь. Поджог. И на это пасть прыгнуть. Да, но по идее вот язык. Так, 5. Поджог. В центре какая-то херня. Да, ёптва. Да, да, хорошо, на жопу так сел жестко. Да, надо все эти поджечь штуки. Блин, ты сейчас не поверишь, короче, я включил это что-то горит. Прохождение, короче, и ты ровно так же проходишь, короче. В глаз надо бить. В глаз, только у меня ничего не осталось. С руки. Ну, эти ключи, я имею в виду. Не, в глаз собаки, короче, бить. Там собака, короче, вот с правой стороны, которую ты поджег. На морду встаешь и ее долбаешь. Зачем ты спрыгнул? Собаку долбаю? Нет, которая с правой стороны. Которая пасть открывает. Но... Ну. Я ее бью? Нет, ты по центру сейчас бил. Вот, с правой стороны вот сейчас собака будет. Но мне надо сначала вот этого ушатать. Нет, вот, не-не-не, сначала вот эту ушатать, короче. Которая справа будет. Вот она. Глаза убить. Потом... Да, потом следующего. Да-да-да. Но можно было бы сразу убить это. Ну, в там... глаза того. Да? Но только у меня нету этих крестиков. Ну, если да. Крестиков много наберешь, можно сразу его убивать, вот этого прям сразу по глазам главному фараону, по-моему, бить. Нет, может быть, я что-то путаю. Не-не, это с руки можно бить. Но здесь вот чем хороша игра, она еще заставляет подумать. То есть это не да. Просто так тупоголовая да. Игра. Не, можно с руки бить, я вот смотрю. Не, но я имею в виду то, что это типа своего рода ретро Dark Souls. Фигуроломки, да, да, чтобы понять, как что делать. Да, ретро Dark Souls, как там мы играли недавно в игру? Ёб твою налево, у меня жизни не осталось. Ужасная. Так, вот теперь по глазам, короче. Теперь ты допрыгиваешь до нее и так далее. Да, только самое главное, чтобы меня мухи не убили. Ладно, все нормально. Мы теперь знаем, что как действовать. Так, бургеры я оставлю на потом, они мне пригодятся. Я ее причем не так уж давно-то проходил, но она, знаешь, такая как... Игра классная, она оставляет хорошие воспоминания об игре, да?
Ну, то есть сказать то, что это прям сверхъестественно, она не запоминает. То есть ты прошел, получил удовольствие, и вот последующие разы ты играешь как будто вот, блядь, как будто в первый раз. Я бы сказал бы это так. Не, по поводу Dark Souls, вот, с Игорем когда вот, на той неделе, а не, не на той, на той вообще не играли, короче, Игорь куда-то потерялся вообще, даже не писал. Три недели назад. Который вот это, который я проходил потом после стрима. Dark Castle. Да, Dark Castle, короче. Вот это, блин, Dark Souls вообще, Сеги. Да, это очень. Ну там жопа вообще. Там вот жопа. Видишь, я попадаю ему в глаза, но только не так хорошо бы, как хотелось бы. Вижу. Ну там после глаз, как я посмотрел, там еще этот, в шапку ему бить надо. А если ну, ты... я не помню уже. Ну а тут, если ты эти глаза убьешь, то там, ну все равно он там тоже выходит. Сейчас все равно птички будут летать, да? Ну да. Ну правильно, из его же глаз вылетает это все. Блин, ну кстати, хардового вообще. Ну так-то лист летит. Так, когда первый раз, да, а когда более-менее знаешь, что это, ну как здесь проходится все, уже становится все совершенно спокойно. Угу. А тут центр держаться и по шапке бить. Аккуратней. Чуть левее. Да ладно, нормально, сейчас так затащим. И так сойдет, да? Тащи. Ну, да. Все, последний уровень на той хрени, которую ты сейчас прыгал. То есть остался финальный босс, да? Да. Это пиздец. Ну, блин, чё-то мне это... Плани нет. Там чё-то это... Чё-то двигать надо. Слева-справа. Я понял. Вообще изи. Нифига там чувак тайминги делает. Ага, прикольно. Короче, я сейчас это буду это рассказывать, что делать. Ну, не-не-не, дай сначала я подумаю, а потом расскажешь. Ну, он жест. Если я вдруг совсем затуплю. Не, ну это, кстати, изи. Если хотя бы раз проходил. Блин, какой он посмотрим. Какой он легкий. Охренеть, какой он легкий. Финал, это по идее босс. Да, всё. Да. Я молчу. Но он реально очень легкий. Так. А что у меня есть из-за управления? Так, стойте, подождите, я что-то дотупить не могу, как это... Да. А, во. И вот примерно по такой же технологии подсказка. Наверх запрыгивай. На белую хуйню, которая... там же снизу что-то это подберется. Нет. На это... Смотри. На... Ты... Да. И тут. Я понял, чтоб тебя не дамагнуло. Да. И потом, когда она в тебя полетит, подпрыгни. Да ладно. Ты понял? Да, конечно. А что здесь непонятного? Прыжок. Здесь, в принципе, здоровья дают много, прилично. А хер он сюда не летит, да? Влево. Ты, блядь, красапед, блядь.
налево, на. Да что ты не цепляешься за эту пружину? Дебил. Ну ты, конечно, сука, дебил, блядь. Братан. Во фрезы. Да, фрезы бывают жесткие. Так, ну и что ты мне... Наверх, наверх. Да я понял то, что наверх. Блядь, да что ты... Да. Ошибок не прощает вообще. Да, здесь управление достаточно кривое. Ну, оно не, не отзывчивое вообще. По-хорошему. Так. Соберись, брат. У меня больше никаких чизбургеров не осталось, да? Ну, соберись, братан. Так. Соберись. Сейчас сделаем, сделаем, сделаем все. Так, где прыжок-то, ёпта, он был? На клавише С. Жизнь... А, ну тут взял. На эту херню вставай. На белую. Да нет, мне надо еще другое зеркало это поправить. Не обязательно. Обязательно, так будет быстрее. Ну то нет. Так. Так, у меня есть еще две лечилки, которые... Да, по одной штучке. Которые по сотке устанавливают. Ну, грубо говоря, по 10, да. По 10 дамагов. Есть! Давай аккуратно тут. Не. Ну тут встань на нее. Рано. Проебался. Так. Не торопись. Да ёб. Да, да. Перный, да. Синенький этот козел. Театр. Здесь управление вообще, конечно, жопа. И чё та. Так, можно это. Не, да. Чё, не, рано, еще два этапа. Бля. Да. Вот управление, конечно, здесь колоссальное. Ну не, залезь, во, все, красавчик. Семь. Так, короче, мне нахер надо на другую сторону. Да. Разбушевался вообще жестко. Не, он жесткий, короче. Но он расшустрился вообще, пипец. Мама! Да, то есть, ну это такой нормальный, короче. Давай, 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 дай. Смотри, как его колбасит. Попал. Че, игра затащена? Красавчик. Так, час один час. 3 минуты 41 секунда. Ну, 1 час 3 минуты 48 секунд. Ну, если по-правильному. Может, ставим час 05. Час 05. Че будешь играть у вас занят? На изи. Почему на нормале? Не, ну как, ты изи же затащил. Это не изи. Если бы я бы еще помнил бы, как чего и что. Ну, было бы неинтересно. Не, вот, кстати, вот что самое удивительное, какая похвала у меня к этой игре, да? Она красивая. Очень красивая. Но она не запоминается. То есть, если ты ее один раз прошел, через полгода ты ее запускаешь, ты что-то помнишь, но все очень плохо, скажем так. Я ее проходил за последние полгода на стриме у себя. Тоже час играл? Я ничего не помнил. Я не помнил, как кого чего убивать. И вот этот вот тупизм, а что здесь делать? Ну всё. Да, тот же самый, допустим, Аладдин, он прям запоминается. Ты его проходишь, ты помнишь, как кого, как что клашмать, как что с кем делать, там и так далее. Вот ну, есть, да. Игры, которые ты запоминаешь каждый элемент, да? То есть, да. Как кого убить, как кому, какой подход, где лучше встать и так далее. Здесь это не работает. Здесь ты что-то как-то забываешь, потому что ты нихера ничего не понимаешь.
если у тебя получилось пройти, то все, просто хорошо ты прошел, а то, что ты ее не запомнил. Ну да. Вот я тоже первый раз, когда вот на прошлом стриме, да, пробовал затащить Дракулу. Почему я сразу-то про Дракулу-то у вас и спросил, типа, то, что Дракула первый уровень. Я тоже бегал полчаса. Его все бил. Блять, а оказывается, надо шторку за это. Да. Такая тема была, да. Что-то мочили, не понял, что не, ну, блин, это вспомни свое детство. Ты первые игры как это проходишь? Как искусственный интеллект такой, блин. Это не получилось. Значит, надо сделать вот так. Такой, о, шторку открыть. Отлично, короче. И ты пытаешься шторки открыть, короче. Там вообще вот эти игрушки, 8-бит, 16-бит, ты, как говорится, грубо говоря, задрачивал. Не-не-не, ты учишься тому, что чему тебе как бы, тебе дается как бы задача, ты должен ее выполнить. Ты учишься выполнить эту задачу. Этапно проходишь ты уровень, допустим, ты прошел, тебе уже легче пройти следующий уровень, опять же, ну, там конечно, да. Ребята, у меня предложение, если, ну, если есть у кого-то желание, кому-то засун на работу не надо, кто-то хочет просто пообщаться, я думаю, то, что можно стрим, наверное, закруглять. Да, стрим, давайте будем закруглять. Вот, а если что, пообщаемся в Дискорде. Да, котики, ку-ку, как вы там? Вот, ты все пропустил, ты долго за пивом ходил. Да, котик, сейчас выйдет это видео на канале, посмотри, там Антон нормально затащил, было прикольно. Да, всем остальным огромное спасибо, кто смотрел, кто ставил лайки, донатил. Заходим на канал к Игорю, Geek and Geek, там еще с Сашкой присутствует. И обязательно заходим на канал Антона по каналу названия. Можно просто Финик, а можно без Антонов. Просто Финик и все. Просто Финик. Мяу, ёпт. Привет, привет. Вот, на сегодня мы затащили впервые Гарфилда. Следующий раз, надеюсь, ретро-сталкер, короче, Санёк тоже попытается затащить ее. Будет прикольно, кстати, сравнить результаты. Кстати, хороший челлендж будет вообще. Так-то по-хорошему. Два спеца. Ну да, да, да. Но одно преимущество, он уже видел прохождение. Ну, у меня фишка в том, что я тоже, ну вот, как бы. А, здесь пригибаться можно, офигеть, я не знаю. Прикинь. Вот, короче, фишка. Потом я все никак видосик не запилю. Челлендж относится ко всем, хоть кто-то, хоть как-то любит, ну, грубо говоря, такие ретро-приколюхи. Надеюсь, что у меня руки дотянутся, я запилю видосик, именно вызов на ивент, на челлендж, или как это, флешмоб называется, когда все массово играют. Не-не-не, массово не делай, я тебе это сделаю, знаешь, там, самый массово играют. Массово играют, вот именно вот про то, что ты говоришь, да, и это все по-разному называют. Кто-то называет это флешмоб, кто-то говорит это челлендж, да, то есть все по-разному. Есть тупо игра, надо пройти тупо первую миссию. Все. Вот за сколько ты первую миссию затащишь? Блин, давай это, короче, Аладдина на Сеге. Не-не-не-не. Не, фишка в том, что никто в этой игре в детстве не мог пройти даже обучение. Блин, ну и обучение. Обучение никто не мог пройти. Я даже знаю, про какую игру ты говоришь. Только у меня не было этой. У меня не было этой консоли, у меня не было PlayStation 1. Я знаю. Она выходила и на ПК игра. На ПК нет, я не играл в нее. На ПК она выходила и нормально сейчас работает. Так, короче, не спойль. Все, давайте, ребята, не спойль. А то это будет неинтересно, короче. Так, котики и все остальные, огромное спасибо, что вы сегодня были с нами. Донатили, писали, короче, Игорю огромное спасибо, Антону огромное спасибо. Подписываемся на канальчики туда. Ну вот, и донатим им. Всем пока. Все, всем до новых встреч, всем спасибо, всем удачи, всем хороших выходных.
Это самое главное. Все, всем пока. Чмоки-моки.